Блин. Это ты его убил? Да, да, да. Что? Если он сюда смотрел, значит Жека где-то тут должен быть. Вот в чем прикол. Я пытался, короче, включить прицел, но он не включался, это нечестно. А где он, а где он? Ах ты ж говно, говно, говно! Ааа, да! Это ладно. Я хотел бы вам порекомендовать интернет-магазин, в котором вы найдете большинство ключей из Steam по очень низким ценам. Все честно, магазин проверенный годами, никакого кидалова. Steam аккаунт — это один из самых надежных и недорогих магазинов на данный момент. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы будем продолжать нашу снайперскую дуэль в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией снайперов. Только благодаря вам мы снимаем эту рубрику, а еще вы позвали Игоря. Да, ребят, если вы хотите, чтобы мы эту рубрику снимали втроем, то надеемся, то, что вы сейчас нас тоже поддержите лайками и соберете кучу лайков и напишите об этом обязательно в комментарии, потому что мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. Ну что ж, мы будем снимать, приятного вам просмотра. Ну что, пацаны, готовы? Готовы всасывать? Да, я спрятался. Ну короче, пацаны, я сразу вас предупреждаю, закончил 500 классов и 900 лет подготовки спецназом, так что... Сейчас мы посмотрим, сейчас мы посмотрим, кто первый. Я вообще боюсь будет выходить. Я тоже. Так, я уже, короче, стою на... Да, стою, смотрю. Мне кажется, меня уже запалили, не знаю почему. Так. Мне тоже кажется. А сейчас вообще в два раза паранойи больше будет. Я вообще боюсь. Игорь, давай, ты тут нубас, давай первый подыхай. Тихо, я не вижу ники, включите ваши ники. Ручки, покажите ваши ручки. Давайте вот вы сначала между собой там... Кто пока мы стреляем? Стой, Эдисон, хочу предупредить, я твой ник почему-то вижу сейчас. Да? Да, я что-то я сейчас обосрался. Ты что делаешь? Ты меня видел или что? Да, я нет, ник не видел, просто тебя видел. Блин. А вот так не скажу. Я надеюсь, мой ник не видно. Так, где вы, пацаны? Давайте, говорите. Слушайте, подождите, а вы видели друг друга, да? Да. Я смотрю, Эдисон, меня ждет, пока вылезет. Ах ты ж говнюк. Я ждал, пока он вылезет, да. А чё прицел так долго включается? Недолго вроде. Так, пацаны. Нет, это задержка как-то. Задержка, тут такое, как будто на секунду надо еще. Да. Так. Что-то мне кажется, что Эдисон что-то подозревает. Не, я в Чачково куда-то выходить сейчас. Да, мне тоже. Капец, Эдисон, нахрена ты это делаешь, а? Еще. Я вообще не хочу играть в эту игру. Обосрался? Так, а где Жека, мне интересно, где Жека спрятался? Мне кажется, он вообще в другую игру играет. Да, я на другом сервере. Я вижу! Кого? Кого? Жеку. Блин! Да ты его убил! Да. Что? Короче, запутался в этом странном прицеле. Ну ладно, буду за вами смотреть. Подожди. Есть... Если он сюда смотрел, значит Жека где-то тут должен быть. Знаешь, в чем прикол? Я пытался, короче, включить прицел, но он не включался, это нечестно. Ой! Да ты не пугай меня, Игорь, ты дебил! Подожди, да, точно. Ты меня палишь, включи невидимость. Придурок! А где он, а где он? Ах ты ж говно! Это ладно, тут я просто немного затупил и Жеку спалил. А я не видел даже, я даже не видел, где ты был. Я испугался, а ты понимаешь, Жека, ты понимаешь то, что Игорь целится в меня, а оказывается он в тебя целился. Потом я понял то, что ты надо мной находишься, я такой, Жека. Короче, давайте прятаться. Он испугался меня такой, сразу видно, сразу такая туча. Так, давайте перепрятываться, да. Так, 1-0, пацаны, 1-0, а? Готовитесь. Мне кажется, Эдисон выигрывает во все мини-игры, которые мы играем. Мне кажется, он что-то знает точно. Да, Эдисон просто задрот. Просто бас. Он перед каждым роликом, он просто тренируется так. В смысле? Я первый выстрелил, он такой сотрудник. Я испугался, блин. Что? Вы видели? Я такой сейчас смотрю на него, целюсь. Как ты быстро выстрелил так? У меня выстрел был быстрее. Где ты, Эдисон? Игорь, не палить. Я понял, понятно, да. Палить не надо, я про Сакс спросил. Как бы, может палить, да, если тебе не жалко. Не-не-не-не-не-не, не надо, ничего палить.
Так, жёстко. Игорь, добегни меня, добегни. Нет, да, нет, никаких намёк. Игорь, выкини его из конфы и скажи. Короче, это нечестно, я первый выстрелил. Ты просто попал по мне, а я походу нет. Ну вот. Вот весь смысл. Так. А ты меня сразу видел? Нет, я, короче, понял, смотрю, дом чекаю, и смотрю, ты такой медленно вылазишь так. Я вообще даже... Чё? Что ты делаешь, Ирод? Где ты был? Ты что, черт какой? Ай, пацаны, я даже не знаю, Жека, ну ты поехались, посмотри, где я был. А ну-ка, стой, подожди, ты перепрятался? Нет, я сзади Жеки стоял, вон. Ты там лезешь такой, лезешь по лестнице, такой, опа! Подожди, а Жека был тут же, да? Вот смотри, Жека, где ты был. Ты, вот Жека тут был, а Эдисон вот тут в окошке был, вот тут в этом. То есть ты меня все это время видел? Не, я только сейчас видел. Видишь, такой Жека лезет, ну ладно. Ну ты говнюка, ну ладно, давайте. Честно, давайте перепрятываться. Ой, Эдисон, если ты сейчас опять как бы убьешь нас, да, то мы считаем, мы, короче, будем писать апелляцию. Жалобу. Читерство, читерство, да. Террорист. Подожди, Эдисон, вы хотя бы убили друг друга хотя бы один раз или кого-то? Нет! Не? Ну, нет! У меня 4 кила, нормально. Мы как бы вас в один момент в Игоря выстрелили тогда в первый раз. Что? Кто стрелял? Что? Стреляю! Где? Куда сотреть? Я что-то боюсь. Я не понял, кто стрелял хотя бы Эдисон, падла? Если это ты... Это Эдисон стрелял, это Эдисон. А куда? В кого хотя бы скажи? Походу в меня, походу в меня. А я не знаю. Это я был? В смысле? Думаете, я был? Он нам врет, он знает. Да где? Да где? Это не я был. Да конечно. Ты дебил. Это я был. Алло. Не убивай меня, Эдисон. Мне кажется... Ну, ёханый баба, это летучая мышь. Я уже думаю, что за карты летала. Я думал уже предъявить, что кто-то за карты там ходит. Летучая мышь в окне, падла. Так, я понял, надо просто забайтить кого-то на выстрел. Так, стреляй меня, давай! Я не знаю, где ты, так что... Я даже не знаю, куда стрелять. Жека, ты где? Давайте, я включу день, а то ты... Да чё ты? Ну просто лучше играть, это не круто. Честно, я что-то не могу понять даже где вы. Пацаны, ну ладно, сейчас все нормально спрятались, да? Как я понял. Я не знаю, где Жека! Алло, Жека, ты где? А ты знаешь, где Игорь, то есть? Ну я знал, но он перепрятался, поэтому больше не знаю. А, то есть всё-таки ты в Игоря стрелял? Да. Ах ты ж говно, откуда? А вот не скажу. Я такой, слышу выстрел, только сразу хоп за угол, побежал. Так, где? Где вы, зараза? А если быстро бегать, то он по мне не попадет? Нет, наверное. А может, кто его знает? А вот сейчас ты так сказал, а может, ты походу меня увидел. Не-не-не, не видел. Честно, не видел. Опа! Прям хедшот! Мне не нравится эта рубрика, что вы делаете? Я вообще не понял, откуда вы это делаете. Ты, главное, пожалуйста, не включи. Я выключил. Ой. А где я был? Стой, я запутал. Игорь сегодня отвлекает тебя. Подождите, Эдисон. Да что ты делаешь, Эдисон? Так нечестно ты, какашка. Жека. Ну посмотри на него, я вообще не могу понять. Ты где вообще служил, а? Жека, ты обосрался немного, да? Ну признайся. Я такой, слушай, кто-то над башкой у меня выстрелил. Ага, да. У тебя хп было? У меня, ты почти меня убил, где-то 2 хп. Да блин! Пацаны, я предлагаю еще. Я еще предлагаю сыграть. Хорошо, давайте еще сыграем в реванш. Да. Я не знаю, я должен хоть кого-то застрелить! Пацаны. Эдисон! 3-0, как бы, мне уже просто стыдно играть в этот мир. Так, короче, я, конечно, себе место для пряток выбрал не совсем удачное, но мне кажется, меня просто здесь не найдут. Думаешь, не найдут? Ну ты на карте-то спрячься нормально, а не где-то. Ну да, да, только ты думаешь, не найдут, так сказал странно, такое ощущение, что ты меня уже нашел. Да не-не-не-не-не. Так. Пацаны, давайте, рассказывайте. Так. Значит, да что?
Ты что, не видел до того, как я прятался или что? Нет, в смысле, я прям на видео будешь видеть меня, как я тебя нашел. Да как? Я так водил мышечкой, так смотрю. Да где он нафиг? Так, в этот раз я даже не знаю. Сейчас меня Эдисон убьет просто спины, походу, как всегда. Сейчас, подожди, он мне интересно. Не-не-не-не, я слышал где-то выстрел, но я не понял где. Я видел, Жека, ты понимаешь, я целился в Игоря, и ты выстрелил у меня на глазах, то есть я его хотел убить. Вы дебилы, как вы меня так быстро находите? Я что-то не могу понять. Я не знаю, так в окне стоишь, как да, ты паришь. Да, не паришься вообще, да. Просто стоишь, как? Ты там подождите, а вот вы ищете прицелом или ищете просто? Ну, прицелом естественно. Да. Просто мы так прицелом, потом бах, заходим, прячемся опять. Посмотрели, спрятались, посмотрели, спрятались. Так, хотите... О, я вижу одного. Так, подожди, если ты так сюда мне целился, как ты попал? Ага. А где Жека? Я так и не понял. Подожди, ну телепортироваться надо. Я тоже не знаю, так. Я вообще не понял. Я слышал звук выстрела, он где-то рядом был, как я понял, но... Я чекал это место, ты придурок! Как? Тихо, Игорь, тихо! Я вообще не понял. Не пали меня, пожалуйста, Игорь. Так, он чекал, я видел, куда Игорь смотрел. Значит. Так, Жека где-то... Вот говно. Непонятно. Ставьте лайк, если Жека играет как-то не по правилам. А Эдисон вообще читер, ставьте большой палец. Потому что это вообще непонятно, как они это делают. Так. А, тут еще ложиться можно, ё-моё. А вы ложились? Не, я ни разу. Я только это один раз. Да где ты, зараза, а? Капец ты, Жека, конечно, выбрал. Оно вообще, да. Короче, должно быть пиз... капец какой палец. Да, но... Я не могу просто понять, я вот все уже просмотрел. Я тоже. Ну, я тебе хочу сказать, что я хочу, могу одну подсказку дать. Вы капец как далеко друг от друга. Да? Ну, по крайней мере, там Эдисон был, да. Да, вы капец как далеко друг от друга. Ну... Ладно, я поиграю в более интересную игру. А, он меня рашить собрался, Не в этом плане, я просто не буду сидеть на одном месте. Я тоже. Так, я, короче, смотрю, что Эдисон делает, смотрю, что Жека делает. Вы, конечно, ребята молодцы, мне кажется, вы сейчас просто сами друг друга убьете. Вы как-то слишком опасно действуете. Думаешь? Думаю. Думаю, нет. Ой-ой-ой-ой-ой! Думаю, прям сойдет. Ой-ой-ой-ой! Так, что-то мне это не нравится, Игорь. Я сейчас смотрю, что вы делаете? Я, кажется, понял, что прикол. Я тоже понял, что прикол. Вы посмотрите, дорогие зрители, что происходит? Что происходит? Да что тебе надо от нас, Игорь, отстань. Я просто смотрю на эту картину, конечно, вообще чисто, знаете, надо музыку такую ставить. Чё происходит? Я что-то всё прочекал. Так, сейчас я Эдисона потерял. Эдисон, по-моему, убежал вообще куда-то, испугался, походу. Есть такой. Так, Жека, отвечай, ты где? Капец, вы просто мимо друг друга пробежали, вам серьёзно. Офигеть. Жека! Сейчас, подожди. Где Эдисон? Где эта зараза? Не знаю почему, но мне даже играть не так интересно, как... Я так и побежал! Кстати, Эдисон, ты пришел на место там, где Жека изначально меня оттуда убил. Да, я оттуда убил. Капец, я чекал это место, я чекнул сначала верхний вот этот балкон, потом ходил эту траву, думаю, все чисто, надо посмотреть с другой стороны, разворачиваюсь, и у меня по затылку такая пуля. Ладно, пацан, 3-1, может еще одну финальную? Давайте финальную, я хотя такого-то должен... Последний шанс до Игоря, последний шанс. Да, я должен кого-то убить, надо спрячусь. Давайте. Ну сейчас... Ну что, Игорь, да? Ты готов? Да. Я сейчас просто выбрал просто такую позицию, что вообще... Ну, да, как в прошлый раз, да? Да, как обычно. Давай. Игорь, сейчас 3-1-0. Давай хотя бы разок затащи, пожалуйста. 3-1-0? Да. 3-1-0. Так, ладно, тут вроде никого нема. Хорошо. Так, где вы, зараза? Я пока никого еще не видел. Никого. Я тоже пока еще никого не знаю. Я вас боюсь уже, серьезно. Я вот сейчас, конечно, так палевно делаю, но мне прям страшно. Короче, ну вас в жопу, я лучше посижу, подожду. Пацаны, у меня снайперка пропала. Просто быстрее, вали его, вали! Не-не-не, я снайпер, я возьму себе снайперку, так не считается. Опа. Ничего. Ничего? Игорь.
А я, кстати... Так, не, ничего не буду говорить, ничего не буду говорить. Чё вы там хотите говорить? Не, ничего не скажу, не скажу. Игорь! Ничего, иди в жопу! Иди в жопу! В жопу иди! Я чекал это место, где ты там был? Я там был все время. Я, короче, нашел Жеку, короче, чекал это долго место. У меня на видео я просто тупо смотрел в это место, потому что кто-то прячется на этом сраном балконе. Ага, то есть... Ага, зашибись, Игорь, ты вообще дебила кусок, а? Спасибо, что спалил меня. Спасибо, что спалил. А, я сказал, что ты типа видел Жеку. Ну, я, кстати, потом тебя видел, а потом ты, походу, перепрятался. Я так и не понял, потому что не вылазил. Ну, давай, 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 я сейчас буду закрывать свою вину. Подожди, а где ты сейчас? Ну-ка. Так тебя тут нету. Где? Так, куда я смотрел? А чё, кто стрелял сейчас? Я чуть не понял. Слышишь? Куда я смотрел, где Жека дуло торчало? Его нету там. Кто сейчас стрелял? Не я. Я тоже не стрелял, вы чё, дебилы? Бля, а кто же это стрелял? Да это не я стрелял. Так ты перепрятался, а ты давно тут в этом месте, Жека, или нет? Нет. Жека, рассказывай. Ты где? Что тебе рассказывать? Я тебе могу рассказать анекдот. Давай, да. В жопу со своими анекдотами, анекдот знаете какой? Нет, ты недостоин анекдота, Исан. Да чё недостоин? Анекдот заключается в том, что у меня 500 лет подготовки в спецназе, а выигрываете вы. Ну, понимаешь, мы сильнее спецназа. Я закончил 900 классов. Да, понимаете? Я должен быть умнее. Да, мы поняли, что ты нуб, да. Так, дорогие друзья, вы должны меня поддержать лайками больше, чем вот этих вот, потому что им и так все хорошо, они развлекаются, а я как-то развлекаюсь. Я просто смотрю, наблюдаю за этими двумя придурками, да? Игорь, ни разу никого не убил. Ну ладно, Игорь. Так, вот 100% должна быть вторая серия, где я всех развалю, да? Да, конечно. Ребят, пишите в комментарии, Игорь тащи, чтобы я в следующей серии просто... Кто? Кто? Откуда? Я упал! Упал ТП! Твою мать, кто стреляет, помогите! А нет, не просто так. Нет, я не попал просто. Горит вертолет! Горит! Вызывайте! Это нечестно. Вот я обиделся вообще на эту мини-игру. Пойду-ка я в Skywars поиграю. Давай. Чё сейчас было? Я так обосрался, я просто выпрыгнул из окна. Эдисон реально какой-то снайпер. Он даже когда смотрит и целится, он мне вообще не палится. Как? Ну вот так, подготовка. Слышишь, я с тобой вроде в снайпер элит играл, но как-то... Жека, а ну выходи давай! Ты где? И шо, ты знаешь где я? Я нет. Не знаю где ты. Поэтому тут понимаешь, как-то неравный бой получается. Да трюн тут, короче, Жека, тут, конечно, ты вообще молодец. Ой, я чуть не упал нафиг, так. Да давайте, не ссыте, покажите, у кого здесь яйца, давайте вперед. Жека, покажи яйца свои, покажи яйца! Игорь, немножко странно, как показывать яйца тому, кого ты как бы не знаешь, где он находится. Вот куда мне показывать яйца? А вот он знает, кому показывать яйца. Я посмотрю. Я такое увижу. Ну, а ты мне скажи, куда мне смотреть, чтобы я тоже хочу посмотреть. Нет, конечно, вы, ребята, я хочу вам сказать сейчас... Сейчас вы, конечно, такое делаете жестко. Ой-ой-ой. Это заявочка на победу, я хочу сказать. Чё, какая заявочка на победу? Чё он там делает, в смысле? Ну он, короче, перепрятался и он... А, стойте! Что? Мне кто-то звонит. В Дискорде, дебилы, кто-то... Какой-то дебил звонит в Дискорде! Кто стреляет? Какой дебил? Алло! Я не могу понять, что происходит! Бегает туда-сюда, ты не попадешь, ты не попадешь, ты не знаешь... Игорь, ты что-то понимаешь? Ты что-то понимаешь? Я ничего не понимаю. Что он творит? Кто стрелял? Мне кажется, Эдисон просто, знаешь, что он как-то отвлекает? Он сейчас вот договорился с кем-то, чтобы тебе в Дискорде позвонили. Придурок, Эдисон! А, Эдисон! Твою мать! Смотрю, наверху сидит говнячара! Иди ты в сраку! Иди ты в сраку, Эдисон! А где я? Откуда я? Я откуда на него сверху смотрю? Вы задрали!
Вы друг друга убить не... А где же... Откуда? Откуда сейчас? Короче, мне кажется, нельзя играть с Эдисоном в эти игры, потому что... А, ты уже перебежал. Я смотрю вот окно, где зеленый дым. Ах, ты ж говнюк. Ладно, пацаны, я буду вам подаваться в следующей серии, это так неинтересно, хорошо? Давайте. Идите сюда, идите ко мне. Мне кажется, капец. Капец. Ну что, пацаны, что я могу сказать? Поздравляю сам себя. Да. Это, я понял, Эдисон позвонил мне в Дискорде, все понятно. А, да. Ой, ну что, ребят, мне кажется, можно уже на этом заканчивать, да? Мне просто стыдно за вас. Мне кажется, Эдисон договорился, чтобы позвонили Жеке в Дискорде, и он отвлекся. Вот 100% Эдисон или читер. Вот так все и было, да. А до этого 3 раза я как выиграл тогда? Как? Объясни. Короче, ребят, вы должны написать обязательно в комментарии, чтобы Игорь тащил, и ставить лайки, большие пальцы вверх. Для того, чтобы в следующей серии я наказал вот этих двух говнюков, которые один сейчас играет на дудке какой-то. А второй вообще снайпер какой-то непонятный. Да, ребят, поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас вот этот видос, если хотите больше серии снайперов. Чем больше лайков берем, тем больше серий будет выходить. И, да, ребята, не забывайте подписываться на все наши каналы, ссылки все будут в описании. И также комментарии пишите, что Эдисон читак. Все. Пока. Эдисон читак и Игорь тащи. Всем удачи, всем пока, всех обнимаем, всем, всех любим. Всем пока. Пока.